Сезон 2014-2015 года для скороходов страны подошел к концу. Завершил его Кубок России, который уже не первый год проходит в Чебоксарах. Более 120 спортсменов вышли на набережную залива, чтобы разыграть итоговые медали сезона. Как прошел год для спортсменов в Чувашии, смотрите в нашем следующем сюжете. Гостем Кубка стал главный тренер сборной России Юрий Барзаковский. Он оценил завершившийся легкоатлетический сезон в целом как удовлетворительный. Но дальше будет лучше. Были взлеты, были и падения некоторые. Безусловно, то, что касается спортивной ходьбы, нам очень не хватало ее в Пекине. К сожалению, у нас в этом году не все сошлось в плане, скажем так, довода ребят в Пекин. Но я надеюсь, что все-таки в следующем году все разрешится, все эти санкции уберут, всю эту грязь перестанут лить на нас. И все нормализуется, и ходоки еще покажут, что они сильнейшие в мире, я в этом уверен. Показать, на что они способны, спортсменам в следующем сезоне просто необходимо. Впереди череда отборочных соревнований на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Откроет их зимний чемпионат России, но основные старты ожидаются в мае и пройдут они вновь в Чебоксарах. Это командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Причем у худаков из Чувашии есть высокие шансы попасть в состав олимпийской сборной страны, так как итоги минувшего сезона весьма обнадеживающие, отметила старший тренер республиканской команды Олимпиады Иванова. В этом году для нас сезон был вообще удачный. Мы выступили хорошо на Кубке Европы, завоевали там 6 медалей. На летнем чемпионате России хорошо выступили. Далее была универсиада, где Марина Поднадокова заняла 2-е место. И на чемпионате Европы среди юниоров Клавдия Фанасьева заняла 1-е место. И Мария Лосинова заняла 3-е место. Сезон сложился хорошо, даже очень хорошо. Мы довольны этим. Главные претенденты в состав легкоатлетической сборной страны не приняли участие в Кубке России. Но, несмотря на это, Чувашия без медалей не осталась. Готовились. Тяжело было готовиться. На старте все тяжелее оказалось. Было очень трудно. Я даже сам не верю, что прошел. Летняя Россия 20 километров, сейчас Кубок 35. Между 20 и 35 километров очень тяжело. Разница большая. Хоть и 15 километров. Но одолевать очень трудно. Начало сезона у меня было плохим. Я после того, как на России прошла, потом у меня тяжело очень было на стартах. Я даже на чувашках еле-еле ходила. А сейчас вот последние 2 старта я прошла уже хорошо. Всего на счету спортсменов Чувашии на Кубке России 5 медалей разного достоинства. Теперь перед скороходами Чувашии стоит задача достойно подготовиться к будущему сезону. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.